до того, как я начала готовиться к нашему интервью, я не знала о том, что песни Hi-Fi на протяжении 10 лет записывал Павел Есенин, а ты их исполнял. Я их анимировал. Я это называю, я нашел этот термин, хотя меня обвиняют сейчас в том, что как бы, я был вообще распространителем этой информации, я последний человек, кому это было выгодно. И, в общем, если мы об этом заговорили, то, конечно, это одна из причин, почему я дерзнул.